Ребят, всем привет, с вами Оля. Сегодня будем разглядывать мои очередные парфюмерные покупки, обновки, то, что совсем недавно появилось в моей коллекции. Я прям немного смогла познакомиться с этими ароматами, уже более-менее так впечатление сложила, конечно, еще не совсем окончательное, но думаю, то, что будет вам интересно послушать мои такие первые практические эмоции, и поехали. Если с чем-то знакомы, обязательно жду вас в комментариях, потому что есть тут некоторые ароматы такие не совсем однозначные, которые для меня немного странноватыми показались, и от этого еще больше хочется познавать и познавать. Допустим, вот как этот. Это аромат от марки Аджмал, какая-то у них такая более эксклюзивная, более дорогая линейка. Сам флакон увесистый, сказать увесистый, да, не сказать ничего, очень-очень такой тяжелый, дорогой, ну, дорогой имеется в виду, выглядит очень дорого. Это у нас кожа и мускус, Cuir and Musk, очень привлекла пирамида. Если вы еще не в курсе, все ароматы я заказываю вслепую, на пробу, также делюсь с вами, поэтому ни одна капля, ни один грамм не пропадает, не переживайте. Если есть желание, конечно же, жду там вас внизу, вы сами все знаете. Значит, в этом аромате меня привлекла пирамида, как я уже сказала, и когда я его первый раз вдохнула, я на самом деле не совсем поняла, что это, но это однозначно интересно, это однозначно радость в коллекции, но, наверное, пирамида не совсем соответствует, что ли, ожиданиям. Я даже не знаю, как это объяснить. Либо вот это само сочетание кожи, мускуса. Также там еще в пирамиде у нас заявлена нота арбуза, малины, мха, дубового мха, табака. То есть совершенно несочетаемые такие как бы ингредиенты сочлись, да, где-то вот здесь вот совместились в этом аромате. Я бы сказала то, что этот аромат достаточно легкий, спокойный, но тем не менее вот эта вот кожаная нота, она как бы переплетается то на самом деле с какими-то табачными отголосками, но это очень-очень-очень деликатно. То вступает нота даже, я бы сказала, не арбуза, а какого-то такого арбузного сока, моченого арбуза, арбуза какого-то водного такого, совершенно не ярко насыщенная вот эта вот арбузная нота. То есть, если вы ждете здесь ярко выраженного арбуза, вам не сюда. Малина тоже какая-то вот такая вот, не компот, а вот прям вот такая вот малиновая вода, скорее всего, даже. Однозначно это кожа, нежная, деликатная, пудровая, какая-то такая замша, очень интересная. И вот обыграна она здесь, вроде как и табак чувствуется. И, ну, не знаю, по поводу мускуса, это... Ну, нет здесь такого сильно ярко выраженного компоненты, как мускус, пока, по крайней мере, мой нос его не ощущает. Но все настолько интересно, аромат тонкий, аромат деликатный, аромат даже больше, я, наверное, скажу, интимный аромат для двоих, аромат для соблазнения. То есть он такой вот какой-то немного, да, животный, что ли. Скорее всего, вот эта нота мускуса, она дает немного такое какое-то телесное, животное, что ли, звучание. Мне сложно, пока мне сложно описать, потому что я до конца с ним еще не познакомилась. Все равно у меня к нему еще есть вопросы. Есть еще так желание его разносить в другую погоду, в другой обстановке. Я его пару раз, наверное, наносила, и то не на себя, как-то вот так вот на руку. Хочется еще побольше с ним познакомиться, поэтому такие эмоции, наверное, первые. Если у вас есть, напишите мне, как вы, дружите, не дружите, когда носите, что вообще можете сказать. Кстати, спокойно его можно посоветовать даже мужчине, потому что, ну, он такой вот какой-то отрешенный, отстраненный, непонятный. То есть здесь нет какой-то такой вот гендерной принадлежности. Так что, мужчины, вперед! Если где увидите, попробуйте, понюхайте, вдруг и вам понравится. Так получилось то, что следующий аромат у меня также араб, только это уже марка Афнан. Я думаю, здесь трудно ошибиться, как-то по-другому назвать, наверное, так она и называется. Я его купила также по отзывам, и на него, кстати, очень мало отзывов, и, по-моему, даже и на фрагрантике его нет, но в других не менее интересных местах я прочитала то, что он похож на аромат от Тициана Теренси Кирки.
Кирки, по-моему, так это называется. С тем я не знакома, но решила купить этот, и, ну, это супер. С ним как раз более все понятно. Это такой 100% восточный аромат, очень яркий, очень такой энергичный, как бы так сказать, сочный, насыщенный. Первое, что вы чувствуете, когда вы распыляете этот аромат, это взрыв фруктов. Мне здесь и манго, мне здесь и груша, мне здесь и малина, мне здесь много-много фруктов, какой-то вот такой фруктовый микс. И на заднем плане идет вот такой вот очень любимый у арабов то ли мускус, то ли ут. Я вот они его всегда по-разному называют, но эта нота, она звучит постоянно очень похоже. Допустим, если вы знакомы с ароматами Монтале или Мансера, их знаменитый вот этот вот Roses Musk, Roses Ваниль, очень популярные, очень любимые многими ароматами, то вы понимаете, вот это вот такая какая-то шершавая, очень обволакивающая, такая нежная нотка, которая присуща многим ароматам этой марки. Вот здесь она тоже есть, и именно за это я люблю творение вот эти Монтале, Мансеры, не все, но многие. Именно поэтому мне очень понравился этот аромат, именно сочетание очень ярких таких сочных фруктов в обрамлении, таком округлом обрамлении, просто в какой-то дымке такой, то ли удовых нот, очень мягких, то ли вот каких-то таких монталевских, мансеровских мускусов, возможно, просто арабских мускусов, не знаю. Но общая картина – это кругло, это так вот прям приятно носить, очень он хорошо так распространяется, оседает на теле, то есть при всей своей такой яркости, насыщенности, восточности он никоим образом не напрягает, не надоедает, не раздражает, но, скорее всего, надо наносить его лимитированно, чтобы, допустим, вдруг не спугнуть окружающих, потому что, ну, он очень яркий, и такие ароматы, их не стоит такими ароматами поливаться, пару пшиков, и вы в прекрасном, красивом облачке. Следующий аромат как раз от Мансеры, Мансера, и про этот аромат мне также есть много чего сказать, потому что я в него просто влюбилась. Это Choco Violet, шоколадная фиалка, фиалковый шоколад, все такое вкусное, все такое, как мы любим, и на самом деле я долго сомневалась, брать или не брать, думала, возможно, будет что-то уже похожее на то, что у меня есть. У меня много ароматов от Мансера, я все их люблю. Я пока еще не наиграла, и знаю то, что многие, ну не то, что ругают, а как бы говорят то, что они похожи друг на друга, как-то скучно, все такие вот не совсем лестные отзывы. Я пока не наигралась, мне пока нравится, и этот аромат очень произвел на меня приятные впечатления, даже больше, наверное, чем я от него ожидала. Вообще его многие сравнивают с ароматом Chocolate Greedy от Монталь. Это ревнивый шоколад, всеми знакомый, всеми известный. Но если монтальевский шоколад, он более ядреный, он более такой назойливый, навязчивый, ему нужно либо мини-дозировка, либо какой-то повод, чтобы пойти, допустим, гулять куда-то, где вас точно не будут пристально нюхать. То есть, если вы собираетесь в какое-то закрытое помещение, то, скорее всего, надо поаккуратнее, дабы не раздражать окружающих. Я бы сказала то, что этот аромат в духе, то есть если вам нравится тот, вам, конечно же, понравится и этот, но этот более деликатный. Нота фиалки делает свое дело, она приглушает всю эту шоколадную яркость, такую прям даже ядовитость. Но что самое интересное, когда я его нюхаю, вот так вот из флакона, прям мурашки сразу по коже, либо при первом нанесении, мне ярко в нос дает ярко выраженная нота помадности. Если вы меня смотрите, вы, конечно же, знаете про мои помадные пристрастия. Я обожаю ноту помады в парфюмерии. Я не знаю, что дает вот это вот, какие сочетания каких нот дает такую помадность, но это обалденно вкусно. Именно вот такая помадная роза с шоколадом. Здесь даже больше, наверное, не шоколад, а бисквитное печенье, такое сухое, рассыпчатое.
То есть сам аромат чувствуется немного таким вот сухим каким-то, то есть не липкая такая сладость, а именно сухая рассыпчатая сладость. И в базе он становится на самом деле, еще раз повторюсь, нота фиалки дает свое звучание, делает свое дело в данном аромате, он становится таким вот прям, не знаю, как это сказать, очень приятным, очень так вот он, опять же, да, растекается по телу, его приятно носить, его приятно обонять с кого-то, кто в этом аромате, но опять же дозу. То есть я один раз его надел, я уже в нем много раз ходила, это уже, наверное, будет одним из моих последних фаворитов, доза, а все равно доза должна быть аккуратно выбрана. Пару, полтора даже пшика будет вполне достаточно, чтобы наслаждаться им практически целый день. Не помню, что еще там в пирамиде, но есть здесь какие-то отголоски и кофейных вроде, и какао, но все не сильно ярко выражены, но вот эта вот помадность в самом начале, она просто меня сводит с ума. Я балдею. Короче, все. Больше говорить ничего не буду. Я надеюсь, вы поняли то, что этот аромат мне очень понравился. Если у вас есть... Так, заворачивают. Всегда забываю, что их заворачивают. Если у вас есть, да, напишите ваши эмоции, совпадают ли они с моими, будет очень интересно. А мы поехали дальше. И дальше у меня два красавца от Мюглера, Тири Мюглер, Мюглер, как вам удобно, как вам более благозвучно. Это новинка Eau Sublime. Это тот аромат, который многие хвалили, многим нравится. Я вообще обожаю творчество Мюглера, Мюглера. Мне очень нравится вот эти вот пришельцы, вместе вот с этими новыми покупками у меня уже их 4 разных. И что я хочу сказать? Ну, конечно же, у них, у всех этих пришельцев есть какая-то общая нота, которая их объединяет. То есть можно просто зажмуриться, закрыть глаза, и вы узнаете то, что это мюглеровский альен, пришелец. Но все они каким-то образом отличаются друг от друга. Есть у меня версия Абсолю, это такая кофе... не кофейная, коньячная, гурманская такая вкусняшка. Есть у меня версия Extraordinaire, это тот, который более летний, более цитрусовый, более такой белоцветочный. Этот великолепный жасмин. Я его опять не буду наносить, потому что я выходные, были длинные выходные в честь 8 марта, поэтому я успела его поносить. Это однозначно будет мой весенний фаворит, потому что мне он пахнет на самом деле весной. Мало того, что он приобретен был весной, и сам букет этого аромата мне также напоминает весну. Это очень вкусный жасмин, но, знаете, он не такой жасмин, как вот пахнет он, допустим, на кусте, а жасмин вот немного переделанный под парфюмерию и очень узнаваемый у эллинов. Практически все эллины имеют вот эту ноту жасмина. Такой он немного какой-то гипертрофированный, немного такой космический какой-то, не знаю, нет слов мне, чтобы его описать. Это надо просто понюхать, попробовать, вы тогда сами все узнаете. Если знаете, то вы, наверное, понимаете, про что я. Также, когда я его впервые нанесла, мне почему-то почудилась сирень. Но в пирамиде ее нет, ноты сирени нет. Ну, мне вот как-то периодически все-таки кажется, то, что есть здесь немного такая сиреневая какая-то щепотка, такой вот просто щекочущий нос аромат этих сиреневых цветочков. Не знаю, пусть будет. Я сирень также в парфюмерию люблю, и, возможно, именно поэтому он мне пахнет еще больше весной. Цитрусы, да, возможно, есть. Это позитив, это солнечность, это хорошее настроение, это очень классный аромат, стойкий, шлейфовый. Но для меня, вот по большей мере, это все-таки такой вот наикрасивейший жасмин в окружении каких-то вот еще, не знаю, весенних радостей, весенних цветов. Классный, люблю, обожаю, буду носить и радоваться жизни. И второй аромат на сегодня, господи, вся заговорилась, последний, это Alien Senescence. Это тот аромат, который я знаю очень давно, и наконец-то я его все-таки приобрела в свою коллекцию. У меня были пробнички, я их с удовольствием истратила, и здесь такой вот первый у меня был в тестере, это уже оригинальный флакон. Ну да, кстати, во-первых,
что не сказала, сами оформления. Это, знаете, мне кажется, в такой флакон можно налить все что угодно, и это уже будет вкусно. Ну, настолько это приятно держать в руках, настолько этим приятно пользоваться. Ну, не знаю, просто глаз не отвести от этих камушков. Я, наверное, его нанесу на себя, чтобы освежить эмоции, потому что его я в ближайшее время еще не освежала, но я его хорошо знаю. Для меня этот аромат однозначно лето. Вот, знаете, я даже не хочу раскладывать на ноты, чем он пахнет. Для меня это аромат... Так пахнет солнце, так пахнет лето, так пахнет жара, так пахнет беззаботность, хорошее настроение, так пахнут одуванчики, так пахнет... Вообще так пахнет желтый цвет. Мне трудно его раскладывать по нотам, как я уже сказала, потому что я его знаю давно, и попал мне пробник на заре увлечения моей парфюмерии, поэтому в то время я так конкретно не могла ни раскладывать по нотам, ни вычленять какие-то ноты, поэтому для меня это что-то такое общее, общая картина, которую я и не хочу как-то теребить, раскладывать, и не надо. Однозначно здесь есть что-то такое солнечное, возможно, лимон, но он опять же у нас ода просто лету, такой же он желтый, такой же яркий. Однозначно здесь есть опять вот этот жасмин, про который я вам говорила, то есть вокруг этого жасмина разыгрывается еще более солнечно, еще более ярко, еще более такая... цветная картина, я даже не знаю, как это описать словами, но мне от этого аромата, вот я на него смотрю, мне от него визуально просто, не визуально, а физически, да, становится жарко, так как-то пыльно, солнечно, то есть для меня это, еще раз повторюсь, лето во флаконе. Не знаю, помогут ли кому-то данное описание, возможно, у кого-то лето пахнет по-другому, но... У меня ассоциации такие, я очень рада данному приобретению, вообще рада всем вот этим покупкам, всегда радуюсь, когда ароматы подходят, также радуюсь, когда ароматы, вот как первый, допустим, немного странные, то есть еще время поразмышлять, подумать, пофантазировать, чем же это можно так пахнуть, куда это можно вывести, в какие люди, в какие страны. Все, на сегодня это все. Подписывайтесь везде, где можете меня найти, там делюсь ароматами, делитесь вашими эмоциями, вашими недавними парфюмерными находками. Я вас всех люблю, целую. Пока!